вот она основная причина пробок в Москве. Перед съездом на Нижегородку, во-первых, стоит требующий поломный грузовик. Тут его не видно, разведка мощная. А во-вторых, в однорядный поворот поворачивает из трех. Поэтому стоит 53. То есть никому в голову не приходит, что если поворачивали из одного, да, пробка в одном ряду, возможно, стояла бы и длиннее. Впрочем, это не факт. Да, каждый пытается за счет остальных проехать. Так стоит все. К вопросу о Юрии Игорь, гражданина Мэш. Продолжение следует...